уважаемые участники. Я знаю, я видел, многие из вас вместе боролись, чтобы остановить этот разрушительный процесс. Армения и Карабах продолжают находиться под угрозой. Мы не имеем права уставать, отступать, разочаровываться, приспосабливаться или эмигрировать. Мы просто обязаны продолжать нашу борьбу. Иначе мы потеряем все. В случае борьбы есть возможность поправить спину, изменить положение. Мы обречены без борьбы. Сопротивление – это не борьба одного дня, одной силы, это дело каждого достойного армянина. Мы все должны быть частью сопротивления, независимо от возраста, партийной принадлежности и политических предпочтений, профессии или географии. Так называемый процесс армяно-турецкого примирения, который приведет к тюркизации Армении, должен быть остановлен. Это будет одним из основных направлений нашей политической борьбы. Турк, заменивший Итагана на Байрактар, не может развлекаться в центре Еревана. Мы не позволим, забудьте. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.